В городе выбрали лучшего работника культуры. В этом году звание присудили специалисту библиотечной системы Дмитрию Тимофееву, победившему в конкурсе профессионального мастерства. В нескольких этапах участники продемонстрировали навыки проведения культурно-досуговых мероприятий, командной работы и креативного мышления. В мероприятии приняли участие 5 специалистов. Это сотрудники централизованной библиотечной системы Дома культуры Украины и эколого-краеведческого музея. Они прошли несколько конкурсных испытаний, представили свои визитные карточки, провели мастер-класс и защитили свои авторские проекты. В результате победителем признан специалист библиотечной системы Дмитрий Тимофеев. Вторые места заняли Рузеля Пятакова и Юлия Гнатюк. В тройке лидеров также Максим Белов и Владимир Федоров.